Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 4. Составь выражение по рисунку. На всех данных рисунках нарисовано 3 яблока и 2 груши. Итак, рассмотрим первый рисунок и ответим на вопрос, как разложены фрукты. 2 зеленых яблока, 1 желтое яблоко и 2 зеленые груши. И составим каждому рисунку выражение. Пример А. К яблокам, а их у нас 3, 2 зеленых и 1 желтое, мы прибавляем 2 груши и находим общее количество фруктов. 3 плюс 2 равно 5. Рассмотрим второй рисунок. Б. К желтым фруктам, а их у нас 1, прибавим зеленые и найдем общее количество фруктов. 4 плюс 1. В. Были груши и яблоки. Яблоки взяли. Здесь находим часть, а не целое. Поэтому вычитаем и находим количество груш. 5 минус 3 получится 2. Рисунок Г. Были груши и яблоки. Взяли груши. Находим число яблок. 5 минус 2 равно 3. Пример Д. Были груши и яблоки. Забрали все желтые яблоки и нашли число зеленых фруктов. 5 минус 1. Пример Е. Были груши и яблоки. Взяли все зеленые фрукты и найдем число желтых фруктов. 5 минус 4 равно 1. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.